слайм. Стоп. Запахом клубники он. Уже второй раз снимаем. Трубочка. Я уже с ним играла. Скажем вкратце. Я в прошлом дубле палочку мыла, просто я не остановлю. Ну, давайте вначале клубники. Если честно, это мой первый ниндзя слайм. Так, вот здесь трубочка у нас. Мы трубочку вот так вот прикрываем. Давай, еще чуть-чуть, еще. Ты сможешь. Главное, не лопни. Ай, Сабина, молодец. Все. Ты супер, ты бомба. Чуть волосы. Ой. Ну, давайте вытянем его этот данный момент. Смотрите, как он стекает. Ладно, давайте начнем. Он такой мягенький. Кстати, что меня удивило, в ниндзя слаймы они бывают такие. Ну, кстати, я вам говорила то, что он запахом клубники, да? Говорила же. Мне просто мама подсказала. Ну, мама, все знают то, что. Ну, давайте посмотрим розочку. Все знают. Ну, короче, все знают, что такое ниндзя слайм. Кто не знает, то ставьте лайк. Алина, ставь лайк, даже если ты знаешь. Ну, ты знаешь, что равно. Нет, нам память еще пригодится. Что? Закругляйся уже. Мне надоело быть оператором. Вот я вам сейчас покажу, как он тянется, и пузырь надую. Это будет час. Надо сделать глазки, и ты будешь мне посмотреть. А, он мне дырявится. Остался кусочек у меня на пальце. Такая вот ча-ча-ча-ча. А это даже не липнет. Ну да. Совсем не липнет. И отдай. На. Вкусненький. Клубничечка. Ням-ням-ням. Мама славит. Я тебе маму покажу, как он тянется, отойду подальше от мамы. Ну, давай с тобой вместе будем тянуть. Давай. Так, только надо было его, наверное, ты сейчас его... Ты его сделала тонким, ты его перемешай. Давай вот так закрути. Его закрути и тяни. Давай я посмотрю, до куда он дотянется. Сабина, ну... Порвется у тебя скоро по центру. Отходи. Стало. Ой, очень далеко дотянется. Наверное, до зала. Порвись. Все. Ой, вот у меня осталась вот такая большая колбаска. У Сабины совсем ничего не осталось. Мы поделили его. Теперь это будет моя половина. Там Сабина. Ниточка, ниточка ко мне. Ниточка, ниточка ко мне. Ла-ла-ла. Давай я попробую. Мама, детский сад. Ну, это, если честно, насколько я не знаю, что это такое, и насколько я далекий от этого человека, но это реально приятно на ощупь. Ням-ням. Держи, дочерка. Все. На этом мы закругляемся. Да, ладно, еще приходите в мой инстаграм, там будут, как это называется, ну, короче, я буду без звука там снимать, вот. И что там дальше? Всем пока! Ты был на канале Сабина Кэт. Пока-пока!